Хочу продолжить рассказ про Амира. Во втором классе он целый год просидел на последней парте, потому что его невозможно было посадить близко, и рядом с ним никого невозможно было посадить. Он не давал учиться ни рядом сидящему, ни сам тоже плохо занимался. Он мог делать всякие движения руками, прокричать, походить, поэтому дети очень сильно на него отвлекались. Поэтому он сидел на последней парте и занимался там. До конца второго класса он сидел на последней парте, а потом в этом году, в третьем классе, учительница говорит, что он уже изменился, но все равно у него оставались очень много поведенческих нарушений. Поэтому я решила найти, думала, к кому же обратиться. И случайно увидела по компьютеру, что есть такой человек, Давид, который помогает детям с нарушениями. И у него это очень здорово получается. И связалась с ним. И теперь уже он с нами провел 4 сеанса. И за это время у него произошли какие-то боли, какие-то уже изменения произошли. Это он стал каким-то более сообразительным. У него стало меньше тиков. Учительница уже его посадила на первую парту. С ним рядом сидит ученик. Он занимается. У него уроки тоже стали лучше. Он уже получает хорошие отметки. Двойки. Только один-две штуки, может быть, а так нет. Ну, в этом есть и заслуга Давида тоже. Большое ему спасибо за это. Я надеюсь, что у нас еще будут сеансы. И мир лучше станет, изменится к лучшему.